Ремонта дороги жители развилки ждали очень давно. В первую свою рабочую поездку по муниципалитету временно исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов побывал именно здесь. Наметили планы, следуя которым за счет средств из внебюджетных источников к концу марта вместо ухабов должно будет появиться новое дорожное полотно. Неделю назад начались работы активные, да. Сегодня с утра из домовых чатов и из звонков прям жители, молодые мамы, которые возят детей в сады, начали звонить, что приехали трактора ЗАО «Совхоз имени Ленина», перекрыли эту дорогу, препятствуют работам, вот, и начали перекапывать само полотно. Часть дороги, на которой расположились бульдозеры, принадлежит ЗАО «Совхоз имени Ленина». Но в настоящее время по данному земельному участку идут судебные процессы для того, чтобы выкупить его по кадастровой стоимости. И какие-либо работы пока здесь проводить без разрешительных документов нельзя. Мы приехали на место, посмотрели, велись работы ЗАО «Совхоз имени Ленина», земляные работы без ордера. На что мы обратились в полицию о том, чтобы проверили, есть ли у них ордер на земляные работы и имеют ли они право вести данные работы. Объяснить действия руководства ЗАО невозможно. Это было желание прежде всего показать силу и усложнить жизнедеятельность жителей поселка Развилка. Потому что все прекрасно знают, что эта дорога всегда была, жители этой дорогой пользуются. А сегодня, когда ЗАО «Совхоз имени Ленина» пригнали технику и стали перекапывать и рассказывать всем, что они сейчас здесь установят забор, чтобы никто проехать не смог. Прежде всего, они подвели жителей, которые по несколько часов стояли в пробках, которые опоздали в школу, детские сады, на работу. Никакой логики в этих действиях нет. К слову, проектируемый проезд затрагивает не только территорию ЗАО «Совхоз имени Ленина», но никаких проблем с другими собственниками не возникает. Мы как малый бизнес только за то, чтобы у нас дорога была. Но чтобы она была в соответствии со всем там законодательством и со всеми регламентами, которые предусмотрены нашей страной. Вот и все. То есть мы там не хотим никакого беспредела. Но пока начатые работы продолжить невозможно. А значит и момент, когда жители развилки смогут выезжать из поселка по хорошей дороге, откладывается. Что поделать? Хозяин – барин. Татьяна Брылова, Сергей Ларин. Видное ТВ.